Добро пожаловать в мультик. Сегодня кричится в сценарии у нас новое существо наподобие лягушки. Находится оно в сессии гача. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, а мы сейчас начнем его обзор. Смотрите, у этого существа вот такой вот желеобразный живот, как у голеостры, похоже. Окрасить мы можем вот много таких деталей. Самец от самки отличаются вот такими щечками и штучкой на груди. У него сердечко на лапке. Прикольно. Ну, такая вот классная лягушка. Посмотрите, в игровом мире выглядит взрослая лягушка таким образом. У нее действительно прозрачная, как у голеостры, живот. Это необычненько. Голос. Анимация агро у этой жабы выглядит вот таким образом. Ковер. Спряталась. Вот она села. Легла. Ковыряние в грязи. Обратите внимание, что он двигает лапой, а потом еще и задней частью обтирается. Посмотрите, это выглядит очень прикольно. Такой танец. Анимация атаки. А теперь давайте посмотрим, как она будет есть. Ест она вот так. И пить водичку. Сейчас она дойдет до нее. Очень медленно пьет она вот так. Ну, обычное питье. В принципе, ничего необычного. И давайте посмотрим, как она будет плавать. Потому что это полуводное существо. А также посмотрим его характеристики. Здоровье 1400, 6% восстановления. Выносливость 140, урон 70, скорость 24 ходьбы, 90 бега, аппетит 50, ночное видение 4 из 3. Поворотливость 1, амбуш 1,15. Это полуводное существо всеядное. Весом 900, время роста 7 минут, первого уровня. Защита от кровотечения 15%, невидимость, перелом костей 20% и обтекаемость, ее способность. Гуравы обычно живут поодиночке, но известно, что они образуют тесные группы не более чем из 3 существ. Такое поведение становится более заметным к концу их жизни, и редко можно увидеть пожилого гурава, живущего в одиночестве. Ведущие в основном ночной образ жизни, они любят глотать светлячков, которые выглядят как живые фонарики. Похоже, им доставляет огромное удовольствие вести за собой других зверей, которые заблудились глубоко в болоте, как охраняющие огни, только для того, чтобы исчезнуть в темных грязных лужах и оставить своих несчастных жертв более потерянными, чем когда-либо прежде. В общем, заводят куда-то и убегают. Гурава основана на разных видах маленьких лягушек. Кстати, первое время, как только она вышла в игре, был небольшой баг, из-за которого ее можно было получить в полуводной гаче, в всеядной гаче. Но очень быстро этот баг убрали, так что она осталась теперь только в сессии гача. Выглядит эта лягушка очень классно. И, кстати, посмотрите, появилось новое такие питание моллюсков. Выглядит она в форме камня и прицепленных к нему моллюсков. Вот так вот здорово сделано. Ребят, напишите комментарий, как вам эта лягушка, и она действительно может прыгать, когда бегает. Как вам это существо? Напишите комментарий и подпишитесь на канал Мультик Плеер. Желаю вам удачи и пока-пока.